Госавтоинспекция ДНР в очередной раз напоминает о необходимости использования автомобилистами зимних шин. Поскольку результатом безответственного отношения к вопросам безопасности дорожного движения, как сообщает пресс-служба ведомства, стал ряд ДТП. 3 декабря на трассе между Харцизском и Амросиевкой водитель автомобиля «Лада Ларгус», на котором были установлены летние шины, не справился с управлением на заснеженном участке дороги, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный «Фольксваген». В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» получили травмы и были доставлены в больницу. В Зугрессе на путепроводе водитель автомобиля Hyundai Sonata, тоже на летней резине, превысил безопасную скорость движения, не удержал дистанцию и догнал бампером попутный ВАЗ. Госавтоинспекция МВД ДНР напоминает автомобилистам, что согласно правилам дорожного движения, зимой запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.